И получила я цветочки, это в основном уценки, и вот там один отцвет есть от разных продавцов. Я так поняла, что-то пошло не так у продавцов, которые занимаются Азией, и у одного, и у другого, я смотрю, просто снимаются растения с продаж и выставляются в качестве уценок. То ли они подмерзли, то ли что произошло, ну не знаю, вот какая-то вся у них такая вот такая вот партия, где с отеками, где еще какие проблемы. Сейчас посмотрим. В общем, где лист срезан, где-то шейка, где-то с корешками не очень. Ну вот, сейчас что, трогать их не буду, почему? Потому что обработанные они сейчас батрайдером. Потому что трипс вообще везде лютует, вот реально лютует, поэтому сейчас постоят, подсохнут, и мы посмотрим, что там уже более конкретно. Так, ну что, друзья, давайте рассмотрим орхидеечки, у нас их целый поднос, это все оценки. Так, более внимательно, вот такой вот сорт, камиль, наверное, правильно будет. Ударение. Вот в отеках. Вчера я их не поливала, ничего. После распаковки все, что сделала, это использовала батрайдер от насекомых. Здесь сняты листочки. Мы видим, вот они сухие. Остается всего два листа, и они, конечно, вот видите, тут тоже есть отечность. Цветонос. Не знаю, что по цветоносу, будет продолжать свой рост или нет. Сейчас мы уберем все вот эти вот листочки. Остатки от листиков. Так, опустила вас чуть пониже, чтобы было видно. Так, значит, снимаются все эти чешуйки. Корневая неплохая, смотрите. Вот, не знаю, что тут произошло. Ну, произошло в целой партии растений. У многих продавцов я вижу в таком состоянии. Фотографии я ставлю, цветение. Вот. Ну, по корням очень даже неплохо. От разных продавцов я получила вот эти все посылочки. Так, это, по-моему, тот же самый сорт, только от другого продавца. Вот бирочка, вот его состояние. Вот этот чуть дороже мне обошелся, чем этот. Хотя плюс-минус состояние одинаковое, как видите. Вот. Я что-то на фотографии не признала сначала. Одну и ту же орхидею у одного продавца. Одна фотография была,
другого другая. Не, ну то сорт один и тот же, но как-то вид немножко как-то отличался. Сейчас точно пойду закажу себе щипцы эти, пинцет. Уже замучилась. Как приходит время, я вспоминаю. Так, это орхидея с варигатной листвой. Я такую тоже получила. Но это стоит гораздо дешевле. А качество недалеко от полученной мной орхидеи ушло. Тут тоже, вот видите, чешуйки. Мы это все снимем. Долго это будет, я не буду сейчас ваше время занимать. По корням здесь много пропавших корешков. Ее кто-то вытряхивал. Видимо, смотрел. Но есть и живые. Да, здесь вот живой корешочек, а тут вот нет. В общем, но ценник гораздо дешевле, чем, говорю, еще раз повторюсь, я купила. Вот. И недалеко, еще раз повторюсь, ушел мой. А где, вот видите, варигатность, вот эта светлая. На моем такая же ситуация. Листики подсыхают, вот, сморщиваются. Более они, видимо, нежные, потому что не хватает хлорофилла. Это, наверное, как и с монстерами. Не, наверное, как и с монстерами. Белые, где фрагменты варигатные, они тоже более подвержены. Так, что это так? Этот не по уценке, это нормальное растение бралось. Микки Браунбир, черный, а коричневый мишка. Ну, здесь вот что-то тут, листик у нас вот этот вот желтит. Сейчас мы его уберем сразу. Я здесь промажу споробактерином, потому что в такие моменты, когда нет явной проблемы, но где-то мне что-то не нравится в легкой степени, скажем так, я для профилактики мажу споробактерином. Здесь есть, конечно, есть корешочки подпропавших немножко, да. Вот. Этот был куплен за полную стоимость. Смотрим дальше. Микки Метеор, он тоже был оценкой. Корешков достаточно. Вот этот светлый корень, но видно, что он находится в росте, находился в росте. Совершенно молоденький. Вот они, перетяжечки, и пошел. Видите, достаточно количество корней, что нельзя сказать о верхней части. Вот они, что ж, чешуечки. Все, я сейчас это все сниму. Без вас, чтобы не занимать время, то можем. Лиалин Оранж. Это бабочка. Здесь все не совсем однозначно. Корни от шеи. Вот они усохли. И живых корней. Видите, кисель, вот он пропадает, вот он был живой, но уже можно сказать нет. Здесь, по-моему, ничего. Тоже без вас сейчас разберусь. Все снимаю, удаляю. Здесь лист желтит, еще видно, я думаю, вам. Так, и вот этот вот, это Лиалин Эрлип 1274 Биглип, такой кучерявенький по корням. Ну, неплохо, да? Нижние корни пропали, боковые тут немножко пропали. Сейчас слишком я тут вот такого сверх делать не буду. Манипуляции. Вот уж раз сняла, вот тут чуть обрежу гнилостные.
моменты. А так, сейчас мы их польем штучкой одной. Да, вот тут очень много, видите, пропавших. Думаю, слышно вам сухие пропавшие корни. Ну и что-то тут на листьях. Тоже тут отеки. Такое ощущение, что переохлаждение было. Еще что-то. И вот у него 21. И вот второй. Я не знаю, будет продолжать цветение или нет. Это сейчас для меня меньше всего важно. Так, все, пошла я. А, и еще 3 посылки сразу получила. А это я взяла в качестве цветашки. Здесь я буду убирать торф в стакан, который находится вот здесь на поверхности. По возможности так вот этот листик я убираю тоже. Без вас сейчас доубираю торф в стаканчик. Пришел как отцвет. Но это красивый должен быть биглип. Очень красивый, такой шоколадистый. Первый раз взяла у продавца. Ну, по корням вот вроде неплохой. Не знаю, как вот он. Стабильный сорт, нестабильный, потому что биглипы сейчас, вот эти тестовые всяческие, они на ровном месте могут выдать такую штуку, как за день сбросить все корни. Запросто. Ну, значит, здесь я убираю торф в стакан, друзья. Отключусь и подключусь чуть-чуть попозже. Вот все, что обрезала, что вытащила. По корням внутри горшочки ничего не трогала. Тут в основном чешуйки, как я сказала, от шейки. И если ей было что срезать от шеи, тоже я срезала. Убираемся и идем дальше. Всех обмазала, решила всех обмазать споробактерином. Друзья мои, вот этот вот мне вообще не нравится. Корней нет. Все, что уже показывал, да, все, что есть, оно все такое кисельное. Вот здесь вот начинаю снимать чешуечки. И вот тут вот такой вот корешочек, да, он гниленький был. И уходит в стволик. Где уходит стволик? Здесь вот, как вам сказать, труха с чернотой. В общем, мне не нравится вот эта вот растюха. Сейчас хочу показать поближе. Вот он, сам тяж, осевой цилиндр. Он уже, видите, вот как труха. И он гнилой. И вот туда чернота уже идет, вовнутрь. Вот так вот когда-то давно, да и не только давно, я потеряла несколько растений. Поэтому тяжу шею, ствол, идет вот эта вот инфекция. Здесь, наверное, примажу, выжечь надо. Так, здесь бы я использовала бы медный купорос, которым я пользуюсь, но мне его сейчас не оказалось, поэтому возьму Максим. Медным купоросом я много раз уже тоже показывала, пользовалась. Неплохие результаты показывает. И тоже так подсушивает неплохо. Сейчас этой кисточкой уже пройдусь.
подсушивает и не покрывает вот этим вот цветом растения. И хорошо проглядывается все то, что происходит. Сейчас вот замазала, не видно будет. А купорос не покрывает ничем. Он прозрачный. И отлично. Все прекрасно видно. Так, теперь у нас полив. Это убираю в сторону. Полив, друзья. Растюшек, водичка. И беру биологическое удобрение последнего поколения. Экологический биостимулятор роста растений. Аминокислотный комплекс. Я его уже показывала вам, когда получила. Я его тестирую, мне пока очень нравится. Но быть объективной пока сложно, в плане чего? В плане того, что сейчас, сами понимаете, какой сезон. Сезон и без того рост растений. Все растет, все цветет, все дышит, пышет. Но мне нравится, мне нравится. Начала тестировать, уже есть результаты. И посмотрим как раз еще и на растюшках, на новых, которые ничего у нас не пробовали. Это как раз будет как антистресс в том числе выступать. Именно пойдет этот препарат самым первым. Ставим. Ставим. И так все. Абсолютно все так будут поливаться. Так, сюда побольше, потому что пойдет у нас летучий голландец. Пока не летучий, надеюсь, летать не будет. Но голландская орхидея. И сюда азиат. Вот все мои действия пока на данный момент с этими орхидеями. Даже где нет практически корней, можно сказать, их нет, я их трогать не буду. Буду оставлять в таком же горшочке, как они есть. По листу, получается, мы дали травилку. Потом пройдет время, я по листу еще дам коктейль для иммунитета, который на вот таких бедолашках очень хорошо в свое время мне помог и сработал. Ну а пока на этом все, друзья. Подписывайтесь на Дзен, потому что там видео выходит гораздо раньше. А еще лучше вступайте в нашу группу WhatsApp. Там информацию будете получать еще раньше, задавать вопросы и получать на них ответы. И вас ждет там позитивная, добрая компания. Всем пока-пока. Увидимся.